Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quiz. Сегодня сделал небольшой обзор по магазину Menards. Это аналог московского хобби, такой же ассортимент, но есть некоторые американские нюансы. Где-то ассортимент круче, чем в Москве, где-то он гораздо скуднее. Это касается тех видов товара, где необходимо, скажем так, личное участие того человека, который покупает. То есть электрика, сантехника, какие-то вещи, которые попадают под категорию DIY, do it yourself, то есть вы сами занимаетесь установкой, здесь, конечно, ассортимент скуднее. С чем это связано? Во-первых, американцы сами не занимаются ни ремонтом электрики, ни ремонтом сантехники. Для этого существует специальная служба, которая ставит свои какие-то детали, которые уже у него сертифицированы, наработаны и так далее. Поэтому, конечно, по электрике здесь выбор скудноват по сравнению с Москвой. Нет такого богатого выбора Legrand'а и других вот известных брендов на слуху. Другие. Вот. По сантехнике это вообще отдельный разговор, я расскажу в одном из своих роликов. Немножко был разочарован, конечно, выбором там, шаровых кранов, шлангов, всех этих прокладок и всего прочего. Вот. Это же касается инструментов и материалов для тех людей, которые занимаются пайкой и какой-то более сложной электроникой. Вот. А вот что касается каких-то распространенных консюмерских товаров, красителей, полимеры, герметики, какие-то там светильники, какие-то там инструментальные наборы, здесь, конечно, выбор достаточно большой. Сегодня я приехал вот в магазин, чтобы купить семена, у нас начинаются посевные, вот я сейчас пойду внутрь магазина и сниму такой красивый ролик по поводу того, что, собственно говоря, находится в этом магазине. Оставайтесь с нами на канале, следите за развитием сюжета. Напоминаю, для тех, кто на канале впервые, у нас идет конкурс выиграть свою электронную сигарету. Ну и если вам мои видео нравятся, рекомендуйте своим знакомым, размещайте в социальные сети, подписывайтесь на канал. Бэбу канал нужна ваша помощь по привлечению новых подписчиков. Удачи и следите за развитием сюжета.